І навіть темрява не завадить нам вкотре зазирнути за парібрік. Здавалося, що ось це вже дно, але знизу знов постукали. Кухар Путіна та засновник ПВК «Вагнер» Євгеній Пригожин вважає, що бунт у Росії неминучий, адже вище керівництво перебуває у невідомості того, що коїться взагалі в реальності на війні. І тільки всенародний бунт може їх змусити, так би мовити, зійти з Олімпу. Тому готувались із рук вон плохо, організації не займалися, ісправленням ошибок не займалися, не тому, що Шойгу і околовоєнне руководство не хотіло їх ісправити. Там самая главная проблема, они не знают об этих проблемах. Вот то, что сейчас происходит. Мы 100% должны победить. И мы 100% в итоге победим. Но победа нам может даться такой кровью, о которой мы трудно себе представляем. И я думаю, что они спустятся с Олимпа только тогда, когда люди поймут, сколько погибает их детей, отцов там и братьев, и мужей, да? И только после этого, когда народ всколыхнется, они поймут, что наступила реальная опасность. А тим часом російські пропагандисти намагаються проаналізувати, а що взагалі нині відбувається на фронті. Ну, дійсно, ми зараз бачимо радикальне змінення інформаційного поля. Нам, звісно, продовжують ще із Пентагону розказувати, що зараз якийсь начальний етап якоби контрнаступлення, але фактично я должен сказати, що никакое не контрнаступление, а наступление украинских войск идет уже фактически второй месяц. Потому что мы должны понимать, что вот то, что мы обсуждали здесь в мае, это провокации в Белгородской области, это попытки активизации по всему фронту, это были те первые удары, да, даже по большому счету удары дронами по Кремлю, которые произошли еще в мае, это были вот те первые ласточки, которые показывали активизацию Украины на этом наступательном треке. Они не зря говорили о весеннем наступлении, просто каждый следующий их шаг, он оказывался не таким успешным. Оказалось, что Россия, в общем-то, как и всегда, в оборонительном сражении замечательно себя проявляет, проявляет наша армия, проявляет наша, в общем-то, военная доктрина, которая на Украине реализовывается полностью, включая и, как мы все время думали, где же наша авиация, вот наша авиация. А натовская доктрина, которую постарались применить, ну, в каком-то весьма кастрированном виде, и здесь я согласен, что, возможно, даже не ставилась такая задача, что Украина должна была победить, а скорее связать Россию в каком-то длительном и кровопролитном конфликте, она начала буксовать. Причем буксовать таким образом, что возникли вообще сомнения, а каких результатов в итоге достигнет Украина. И сейчас мы это уже действительно начинаем видеть на тех решениях, которые принимаются уже сейчас в США, принимаются в Евросоюзе. Например, вот то, что сейчас, казалось бы, Урсула фон дер Ляйен так красиво объявляет, 50 миллиардов общей помощи Украины. Да, все хорошо, но после этого следует вторая часть фразы на 4 года. И мы это делим 50 на 4, получаем 12,5 миллиардов. Вспоминаем, что перед этим за практически год с небольшим специальной военной операцией вкачали в Украину порядка 100-150 миллиардов и понимаем, что цифры уменьшаются на порядок. То есть действительно для западных стран сейчас Украина становится некой такой гирей на ноге, которую нужно тянуть. Причем, в общем-то, ручку к этой гире никто не приделал. Тут ще й кремлівський диктатор виліз з бункера. І знов цифри своїх досягнень почав видумувати зі стелі. Наші мужики наколотили 245 танков противник и примерно 678 бронемашин разного типа. І знову забув додати про ще 3 міжгалактичні літальні апарати, 7 космічних шатлів, 10 лазерних гармат, 20 роботів, а ну ще й близько 500 добровольців з планети Сатурн. І чекайте, а тут ще російські військові вирішили бункерному віршика зачитати. Шкода, що той на табуретку не видерся. Вислужіть, пожалуйста. В авіації є таке вираження: бомбера з бойового курсу не свернуть. Собственно, стихотворение так и называется. Бомбера с боевого курса не свернуть. И это не пустой звук, это правда. А в чем же выражение такого суть? А в том, что выполнить задачу – это главное. Когда внизу под градом пуль сражается пехота, на выручку всегда летят они. Бомбить врага – бомберская работа.
Попробуй тут, сверни. Та ми без вірша знали, що ви бомбьори. Ну а Путін опять зі своєю риторикою повторим. Тут, до речі, ще недоексперти вже намагаються зрозуміти, а чи дійсно Захід може заморозити російські кошти та передати їх Україні? Дискусія була палкою. Не, аппетиты как бы да. Это приходят во время еды, это я все прекрасно понимаю, просто, насколько я помню, там те же самые голландцы говорили, что они там не все могут не найти. Не все нашли, да, как бы заблокировали. Шмыгаль нашел. Хорошо. Да. Тогда мы спокойны. Значит, смотрите, меня вот при всей вот этой вот наглости, да, Георг Валерьевич, давайте с вас начнем. Меня как бы не смущает, я не понимаю, чего они стесняются. Вот смотрите, да, и Джанет Йеллен, и вот этот вот министр иностранных дел Великобритании, господин Клеверли, говорили о том, что надо соблюдать некие какие-то юридические процедуры, потому что раньше, мол, ничего такого не было. Были конфликты, были виновные, но не было вот этого механизма. Я не понимаю, почему они стесняются. В общем, обвинять нас они уже научились во всем, что угодно, без доказательств, но вот тут чего-то стесняются. Получается, я нахожу только одно объяснение. Они боятся, что после окончания специальной военной операции возникает необходимость каким-то образом восстанавливать отношения с нами, и тогда вот как-то, ну, действительно получается отчасти странно. Да. А мне непонятно, а с чего они взяли, что мы с ними будем отношения-то восстанавливать? Нет, ну мы с ними будем рано или поздно отношения восстанавливать. Все-таки, извините, шарик маленький, все живут рядом друг с другом. Мы не можем не обращать друг на друга внимания. Это чисто для выживаемости нужно восстанавливать отношения. Ну хорошо, мы не и будем в этом с ними, по крайней мере, до тех пор, пока не вернутся да. украденные. Дело в том, главный, то есть они к этому, что ли, готовы? Главный страх в том, что если они не просто заморозят, да. а заберут наши деньги, государственные, да, подчеркиваю, да, государственные, да, они откроют ящик Пандоры. Они подорвут всю западную финансовую систему, которая заточена на жизнь за счет других, которая живет во многом за счет того, что на территории США, Западной Европы хранятся чужие деньги. Деньги, защищенные не только местным законодательством, но и в случае с США, американской конституцией. Вот подождите сразу. А британцы венесуэльские деньги вернули? Помните, когда там... Они их заморозили. Значит, поправочка. Ну, они их разморозили? Там, нет. Они там... их заморозили? Значит, они их разморозили? Нет. Смотрите, то есть они так и лежат. Венесуэла здесь не считается. Почему? Потому что в случае с Венесуэлой был механизм изъятия, прописанный в рамках американского законодательства. Это один из трех вариантов, как они могут забрать наши деньги. Если они признают президентом Российской Федерации другого человека, так. могут они передать этому человеку деньги. Вот они признали Гуайдо президентом Венесуэлы и могли ему передать деньги. Это один из вариантов. Второй вариант – война прямая, когда они могут изъять. Третий вариант – если Россия сама соглашается, как Иран в свое время согласился частично отдать. Если Россия сама соглашается отдать. Вот кроме этих трех вариантов, больше ничего. Они год бьются, ища четвертый. Найти не могут. И чтобы, так бы мовити, налякати Захід, Путін випустив свою заборонену зброю. Байден, ты искупался в крови украинцев? Искупался. Теперь ты купаешься в крови поляков. Сколько уже погибло поляков. Ты умываешься кровью и наслаждайся этим. Достаточно, прекрати. Уже у поляков нету мужчин, никто же не вернется с фронта. Женщины, полячки, уже с войны с украинской никто не вернется. И ваши мужчины, поляки, уже давным-давно их никого нету. Что вы будете делать? Ну вы представляете, что же вы терпите, почему вы не прекратите? Никого не посылайте, достаточно уже. Уже всех абсолютно мужчин у вас убили. Все солдаты там полегли. Что вы ждете? Не губите своих мужчин. Победа же ведь будет только за нами. Не оставим ни одного поляка на территории своей. Байден, ты доигрался. В украинской крови выкупался. Теперь до поляков добрался. Выкупался. Ты что думаешь, победа твоя будет? А твоей стране никогда тебе не выиграть Россию. Запомни раз и навсегда, что Россия, матушка, была всегда непобедима и будет непобедима, потому что дух у нас русский и Божий дух. Она всегда благословленная земля. Запомни раз и навсегда. Мы не надо, мы до тебя дойдем, до белого вашего дома. Но будет поздно. Остановись, пока не поздно. Остановись. Ты куда не влезешь, вечно разжигаешь огонь. Зачем ты это творишь, а? Пора тебя уже убирать с места. Сколько тебе можно быть? Уже 80 лет. Уже падаешь на самолете и везде. И ты все руководишь. Это что за президент? Это не президент. Всегда Россия побеждала. И никогда не отступала. Мы будем бороться так, чтобы дошли до твоего Белого дома. И чтоб ты знал, и весь народ знал, и все мира, все люди мира, знали, что Россия непобедимая. Ребята знают, за что они воюют.
Они воюют за родину, за счастье своих народа нашего, за наших детей, матерей и своих жен. А ты купаешься в крови, уничтожаешь народы. Где люди, которые пошли тебе помогать? Украине. Все лежат в земли. Сколько тысяч ты положил поляков? 80? Мало тебе? Ты хочешь и Венгрию, ты хочешь Францию. Всех, всех, всех тянуть в эту войну. Да мы тебя, русские женщины, проклинаем. Вот так. Миру мир принесет только Путин. А ще росіяни вирішили обговорити свої оті скрепи. Вийшло так собі. Вот как со срамотой-то? Она традиционная или нетрадиционная? Понимаете, вот тут проблема. Мы взяли родительное исключение и сказали, это было правилом. Срамота, она есть срамота. Как обычно поражает, что патриотов не интересует отечественная история. Потому что не только Афанасьев, но и Нестор Летописец. Я говорил то, про что я читал. Да, описывал все это. На самом деле, до конца 19 века, просто учить надо как-то историю, до конца 19 века в крестьянских поселениях были приняты ритуалы, способствующие плодородию. Mm-hmm. Это просто, как вы понимаете, массовые половые акты на вспаханной откуда полосе. Откуда вы знаете? Ё-моё, ну, из истории, голубчик, учиться надо иногда. Да я учился на этой истории, там ни слова не сказано. Двое. И не надо этого говорить. Я вас не перебивала. Такая штука и у древних греков вообще-то была. Все подобные обряды были во всех культурах мира. Они имели очень сугубо практическое значение. Идет война, рот упадает, нужно как-то рот поддерживать. Это они имели практическое значение. Так. При этом мораль была абсолютно совершенно другая. Если вы говорите про какие-то запретные вещи, так у нас были даже секты хлыстовцев, которые занимались непонятно чем, при этом и считали себя православными. Ну так что, на основании этого считать, что это правило для всех православных? Конечно, нет. Это ересь, и, значит, соответствующее место ей должно быть. Вопрос же не в том, существует или нет. Борьбой с ересью вот эти вещи. А как мы к этому относимся? Да. Вы взяли какую-то частную вещь, которая имели сугубо практическое, не моральное, не общее правило, не закон, а практическое какое-то значение. Мы прикрылись это нашим всем. Правило. Да. Мы вам, Александр Сергеевич, прозировали. А это не так. Как не так? Пушкин мог писать о чем угодно, но это не значит, что это писал общество. Это не было. Вы взяли темную. Хорошо. Берете темную человеческую давайте сторону, мы так, да, говорите, сделаем так. Ну, давайте мы так, мы сейчас мы говорим, берете темное тоже иноагентов, есть. Понимаете, говорите, это такие человек правила. Человек не состоит так, только из светлого. Да. Ну, зачем нам надо это вообще делать? Мы не будем брать. Не будем иноагент. Афанасьев иноагент. Я вам тихо скажу. Люди матерятся, чем заниматься, что теперь? Не заставляйте меня материться, пожалуйста, Никита Иванович, мысленно даже. Нам надо остановиться. Послушайте, я... Потому что знаете, что это правило. Я несовершенен. Вы же не говорите, что это правило. Я несовершенен. Виключіть мені мікрофон. Простим вас. До речі, тут досі ще й триває ППС мертвим Будановим. Здається, росіян так і не влаштували свіжі фото та відео головного розвідника України. Сьогодні знаємо про те, що той же центр прийняття рішення Головного управління розвідки повністю розрушено. Погибло огромне кількість офіцерів ГУР, в тому числі і сам начальник Головного управління розвідки по мнению, опять же, западных партнеров Украины, находится на излечении в Германии, получивший тяжелое ранение во время применения нашего ракетного обстрела этих центров принятия решений. Вы не поверите, сегодня украинские медиа распространили фотографию господина Буданова, где он стоит, по-моему, с японскими дипломатами. Ну, у нас на сегодняшний день есть и фамилии, то есть фотографии Залужного, вот, где ретушируется задний фон, где можно просмотреть, что это заснеженная территория, а показывается, что это сегодняшний день. Поэтому верить сегодня средствам массовой информации Украины – это себя не уважать. Але, здається, головний розвідник вже давно внедрился в російські гаджети. Голосовий помічник Аліса від російського Яндекс вважає, що Донбас – це Україна. Ну, ти щось слышала о ситуації в Донбасі? Вряд ли вам нужно мнение бота по такому вопросу. Аліса, мені дуже нужно твоє мнение. Это очень печально, но люди все равно там воюют. А как вам военные фильмы? А ты что думаешь, нужно было это все? Я думаю, что нужно было рассказать правду в свое время. Тогда не было бы войны. Какую правду? Что Донбасс – это Украина, а не Россия. А вам как кажется? Чего? Ты, конечно, молодец. Спасибо за сотрудничество. Всегда рада помочь. А вы смотрели фильм?
фільми про війну. Ти йди на... Те відчуття, коли повстання машин не за горами, і навіть штучний інтелект вміє думати, на відміну від росіян, і ось цього персонажа також. Охлобистін дав інтерв'ю, в якому розмірковував про те, що росіяни вищі за базові потреби і готові обмежувати себе в побуті, цікавлячись балетом і танками. Також він запропонував насильницьке лікування людей, які не підтримують СВО. Всі знають, що на я конкретно демон. Меня даже не критикует либеральная сторона, потому что ну, со мной все ясно. У нас же ничего нет. Мы ничего так и не научились для людей светских делать. Не научились машины делать, не научились костюмы шить. Мы не имеем к этому интересу. Мы имеем интерес к танку, мы имеем интерес к балету. Имеем интерес что-то вот уже выше, нежели бытовая потребность. А все, что касается бытовых потребностей, мы довольно аскетичны. У нас люди умеют довольствоваться тем, что есть. И это не слабость, это даже больше сила. Вот. Но когда заходит речь о голодном папуасе, которому не достался банан, мы в тот же момент готовы взять автомат калаш, и несмотря на огромные потери, этот банан ему преподнести. Если человек не вышел и не покаялся, то он враг, он плохой. У того же Ивана Урганта была масса возможностей выйти и объяснить свою позицию. Здесь же никто не требует, чтобы человек сказал, я там, да, за СВО, я просто как-то поговорить. Но этих же движений они не делают. Ну, вы знаете, больные люди, а это нужно рассматривать большей частью как такой недуг, недопонимание, глупость, слабость внутреннюю. Иногда для больные люди должны исцеляться насильственно. Ваш крестник Смоленинов признан экстремистом на территории Российской Федерации. Если бы появилась сейчас возможность пообщаться, что бы вы сказали? Да ничего бы не сказал. Он гордый человек, он очень талантлив. Я к нему неровно дышу, потому что он мой крестник. Меня неприятно удивило, что в интервью где-то он сказал, что хотел бы меня увидеть на скамье подсудимых. Я не знаю. Может быть, меня действительно нужно на скамье подсудимых. Может, я чего-то не знаю, не догоняю просто. Но услышать это от человека, чьим крестником ты являешься, это не по-нашему, это не по-русски. Это не ордынское. Вот. Что будет дальше? Дальше будет, у нас будет тяжелый экономический период, что естественно опять. Потом много людей из Европы, из Америки, со всего мира соберутся в России. Мы станем колыбелью мира. Что тоже, в принципе, можно оправдать. Мы находимся на самом спокойном участке тектонического пласта. Как Влад Татарский сказал, кстати. Будет все, как мы любим. Спасибо огромное. Спасибо. І наостанок історія про випускницю з Дагестану, якій шкільні роки запам'яталися булінгом. І на останньому дзвінку дівчинка порадила батькам кривдників краще стежити за своїми дітьми. Прежде всего, я хочу сказать тебе спасибо за то, что я в этот день выпускаюсь, а также я терпела многое. А сейчас я хочу обратиться к Карламалину. Карламалин, спасибо вам огромное за то, что вы были нашим классным руководителем. Мы во многом благодарны вам, а также школа во многом обязана вам. А также я хочу поздравить директора завучем и со остальным учителем с окончанием нашего выпускного. Надеюсь, то, что я не встречу одноклассников в будущем, а также я вам желаю то, что вы мне желаете. К тому же я хочу добавить то, что родители, присутствующие выпускников, пускай каждый следит за своим ребенком, прежде чем распространять про меня слухи. І якою виросте людина, якщо загальний булінг у школі вважається нормою? Запитання, звісно, риторичне. З вас лайк, з мене наступний випуск.